Так, вот мы подключились. Сейчас быстро тестируем автомобиль. Вот двигатель. Сканирование неисправностей. Все, он отсканировал. Все хорошо. Поток данных. Блока сделаем. Поток данных. Все у нас. Адаптация блоков выключена, все это нормально показывает. Вот все. Все хорошо. Блоки он опрашивает. Также блок передач. Нет неисправностей. Поток данных. Давайте вот эти 4-5. Хорошо. Ну все, он показывает все данные. Выводить также на график.